Подозрительные автомобили будут просвечивать в рентген-режиме. В международном пункте пропуска «Брусги» установили стационарный досмотровый комплекс. Он позволяет проверить весь груз без вскрытия фуры, просвечивает и содержимое, отображает его на мониторе. Для защиты персонала и водителей излучатель включается только при наличии машины в зоне сканирования. Строительство комплекса – результат трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина. Согласно проекту, часть финансирования, около 2,5 миллионов евро, спонсировал Евросоюз. Еще 21 миллиард рублей выделены из республиканского бюджета. Если мы досматривали сегодня, значит, до 100 транспортных средств на автомобильном комплексе Рапискани, то здесь мы сможем, ну, в зависимости от необходимости. То есть мы все тоже не досматриваем. Мы только досматриваем то, что у нас срабатывает в рамках выставленных профилей риска, в рамках тех товаров запрещенных, санкционных, то есть то, что нужно досматривать. То есть раза в три мы сможем увеличить это количество досматриваемых транспортных средств. Как у белорусской, так и у польской стороны есть свои законы, и для нас важно, чтобы они соблюдались. И такой контроль, как в случае использования этого инспекционного комплекса, позволяет обезопасить в том числе и польский рынок перед перемещением нелегальных товаров. В первую очередь я имею в виду контрабанду наркотиков. Рентген-установка будет очень полезна. У гродненской таможни уже есть опыт использования подобных комплексов. Стационарный смонтирован в прошлом году на белорусско-литовском направлении.